Управление ЖКХ города Каспийска отреагировало на обращение граждан. По улице Орджоникидзе возле аллеи Вечного огня отсутствовало освещение. Специалисты провели в данном направлении колоссальную работу. В ходе выезда работники определили фонарные столбы, у которых не работали лампы, и дали поручение исправить ситуацию ответственной организации, осуществляющей контроль за городским освещением. Это замена 14 фонарей, кабелей и очистка электрических соединений. Напомним, что представителями ЖКХ города Каспийска ежедневно ведутся работы по восстановлению уличного освещения.